скоро переговоры с родственниками. Привет! Как со своими? Не видно под этим фильтром. Вот с фильтром. Ой. От жизни все эти курилки. Но я бы тебя взяла. Я намазалась автозагаром. Ну, так бери, я очень поздно намазалась автозагаром. Я буду читать прогноз погоды. Психолог меня утомил, да. Ну, просто у психолога, как оказалось, тратится очень много энергии. Больше у мамы тратится. Ну да, на маму тоже очень много энергии тратится. После мамы нужно ходить к психологу. Так, не обобщай-ка тут. Ребят, рассказывайте, как ваши дела? Все готовы к закрытию Инстаграма? Давайте еще о чем-нибудь поговорим. Спрашивайте что-нибудь. Хочу в прямую. Я вот не хотела бы, чтобы Инстаграм закрывали. Это сестра твоя рядом? Нет, это моя подруга рядом. Подруга. Подруга друга. В ЗАГС? Нет. В ЗАГС мы не пойдем. Вообще, мне сегодня очень понравилось у психолога. Нет, не хотите. И я поскорее хочу уже второй раз к ней прийти. У меня растут новые волосы. Очень важная информация. Какие-то маленькие. Загадку разгадала. Я какую загадку? Я не понимаю, какой загадку я привычу.